Привет! Сегодня приготовим очень простой десерт – кокосовые палочки. Основа десерта – бисквит. Для его приготовления берем 4 желтка, 100 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара. Взбиваем миксером 2-3 минуты. В другую чистую и сухую миску вливаем 4 белка, всыпаем щепотку соли, взбиваем миксером 1 минуту. Затем всыпаем 1,5 столовые ложки сахара и взбиваем белки до густой и устойчивой пены. Теперь вливаем взбитые желтки и очень аккуратно перемешиваем лопаткой. Дважды просеиваем 120 грамм муки. Перемешиваем тесто лопаткой движениями снизу вверх. Делаем это максимально аккуратно, чтобы сохранить воздушность белков. Прямоугольную форму застилаем бумагой для выпечки. Слегка смазываем растительным маслом и выливаем тесто. Разравниваем. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. Пока печется бисквит, ни в коем случае нельзя открывать духовку, иначе тесто может опасть. Достаем готовый бисквит и даем ему полностью остыть. В это время приготовим глазурь. Две плитки черного шоколада рубим ножом. 250 мл сливок жирностью 20% нагреваем в микроволновке, но не даем закипеть. Вливаем горячие сливки к шоколаду. Даем минуту постоять, затем перемешиваем венчиком. Шоколад должен полностью растаять. В конце добавляем 70 грамм сливочного масла комнатной температуры. Еще раз перемешиваем. Нарезаем бисквит на палочки. Тесто получилось мягкое и воздушное. Окунаем каждую палочку в растопленный шоколад. И сразу обваливаем в кокосовые стружки. Кокосовые стружки понадобятся примерно 80 грамм. Отправляем палочки в холодильник, и уже через полчаса их можно подавать. Это очень простой и вкусный десерт. Думаю, с ним справится каждый. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. И до скорых встреч на канале Tasty Vic.